Девчонки, привет! Меня зовут Марьяна. Сегодня я хочу с вами поговорить о легендарных тканевых масках. Тканевые масочки набирают популярность во всем мире с феноменальной скоростью. Тканевая маска, как правило, состоит из гипоаллергенного материала, это 100% хлопок. Все масочки хорошо пропитаны эссенцией с определенной функцией. Масочки бывают разные – отбеливающие, увлажняющие, питающие, подтягивающие. В общем, сколько проблем, столько и разных тканевых масок. Нужно просто открыть упаковочку, достать маску и нанести на очищенную кожу лица на 20 минут. Во время использования тканевой маски лучше прилечь для того, чтобы масочка не спала и все ингредиенты хорошо впитались в вашу кожу. После снятия масочки умываться не нужно. Оставайтесь с нами, следите за нашими новинками. В следующий раз мы с вами поговорим о легендарной корейской улитке.